Далее погода. У нас для вас хороший прогноз. Всем привет! Прогноз погоды должен быть точным, а исторические персонажи в сериалах должны быть похожи на реальных личностей. Похожа ли Мэрилин Монро на саму себя в сериале «Клан Кеннеди»? Поспорьте со мной после того, как посмотрите сегодня первую серию после вечернего канала «Прима». Тем временем в Норильске от минус 2 до плюс 3 и снег. В Москве до плюс 12 и совершенно ясное небо, а мы все-таки ближе к Норильску. От 0 до плюс 4 и снег, обещают нам синоптики. В Сибири, конечно, растут и арбузы, и виноград, но самая сибирская ягода все равно вишня. Яркая, чуть терпкая, ароматная и вкусная, как газировка зеленогорка вишня. Ну а весь ассортимент вкусных и натуральных зеленогорских напитков вы всегда найдете в сети фирменных магазинов зеленогорского завода «Зелень».